Всем привет. Будем здороваться. Всем привет. Всем привет. Всем привет, всем привет. Такие заняты они, типа. У них тут турнир. Че, кто выигрывает-то, я не пойму. Я. Не знаю, пока нет. Я, у меня 7. А, все, вижу, вижу. 2, 3, 4. А, кстати, твоих Кирюш черных вообще не видно мне на камеру. 4, 5, 6. Угу. У меня 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все понятно. Ничего не поэтому выигрыш. Теперь у меня дамка. Так, турнир по шашкам продолжается. Ваня, ты куда отползаешь уже? Олег, ты выигрыш, и он. Мы на равне пока. Сенечка, ты куда? Сенечка, куда ты? Я, конечно, тебя сейчас буду бить, и ты потом меня будешь бить, но ты мог вот сюда пойти. Ну все уже. Давай. Уже поздно. Давай, полвилами. Ебой. Всем привет. Профессор Иван смотрит. Ну погоди. Такой прикольный в очках. Так, ну что, у Ванька сон. Сейчас меня подменит. Я пойду дальше убираться на кухне. После мужских котлеток. Там все в крапинку, все забрызгали. Я уж особо там не влазила ни в приготовление, ни в жарку, ни в поедание. Но отмывать лучше мне. Не доверяю это дело никому. Я лучше знаю как. Сейчас как раз делают там все бургеры. Как делали котлеты, я сейчас под музычку вставлю этот момент. Как у нас папа делал с котлеты. Ну, пацаны особо там только смотрели. Вот, а поедают бургер все. Бургеры, конечно, у них отменные получились, лучше, чем в Макдональдсе, либо в каких-либо других фастфудных заведениях. Так как котлетки вообще, ну, основная часть котлет, вот как мы обычно делаем, там батон размоченный в молочке, там добавим. Пап наш добавил только специи. Ну, там, естественно, там фарш, лук. Фарш у него состоял из двух видов мяса. Это свинина и говядина, лук. Короче, добавил туда 2 яйца только и специи. Все. То есть, получается, котлетка такая мужская, голимое мясо. Поэтому у них получились такие вкусные, отменные бургеры. Сейчас они там поедят, и Олежек сменит меня. Пойду дальше убираться. А, еще пока я тут гуляю, у меня есть время включить камеру, поболтать. Я же вчера не показала, что мы подарили маме на день рождения. Подарили мы хлебопечку. Она сегодня отписала, что хлебопечка огонь. Она привыкла, то есть
когда у нее была хлебопечка, она очень часто делала хлеб сама, то есть, ну, практически там через день, через два, вот когда заканчивался хлеб, она вот сразу ставила новое тесто. Вот. А потом она у нее вышла из строя, сломалась, это где-то было полгода назад, и как бы мы знали, что хлебопечка ей нужна. А он уже Олежек вышел меня подменить. Давайте я сейчас домой зайду и там договорю. Так, ну вот, я здесь начала. Здесь, в принципе, все помыло, и стены, и все, что тут было, в общем, ну, вот эту стенку боковую и плиту. А вот мне осталось здесь еще вот это все перемыть. В общем, сейчас по-быстренькому все это доделаю и продолжу там разговор. Так, папа наш купил арахис. Он сырой. Сейчас немножко еще пошубуршим, чтобы промыть его. И на противень сейчас перемещу его. Духовку поставила разогреваться до 180 градусов. Будем жарить в духовке. Вот таким вот образом сейчас они у нас приготовятся. Так, 20 минут прошло. Периодически открывала духовку, перемешивала. 20 минут достаточно было. Так. Давай, вырывай зуб, и мы поедем в Макдональдс. Вот так мы валяемся. Расстелила матрас. Это наш матрас. Мы на диван, когда расстилаем на сон. В общем, спальное место прикрываем этим матрасом. Я его здесь расстелила. Он практически на весь зал. Огромный такой. И мы здесь валяемся. Давай, не надо тебе эти шуршания. Любит шуршалки. Давай сюда. Мама тебя заберет. Вот этот шурши. На, тоже шуршит. Я тут интердевочку смотрю. Ребенок у меня тут лазит. Переворачивается туда-сюда. Катается, как колобок. Да, зайка? Как колобочек мой, зайка. Сейчас поправлю. Давай. Ой, соска тебе там прям нос прям задевает твой. Надо? В детской комнате прям на полу тоже. Я его тут оставила с пацанами в детской комнате. Вот оставила в одном направлении. Прихожу, он на 180 градусов вот так развернулся. Как юла, да? На том полу. Сейчас голову помыла, но не стала выпрямлять. Кудрявые вот такие вот оставлю. Тёлку только выпрямила. И заказала я себе книжечку на Озоне. Очень хорошая книга. Мне ее порекомендовала мой редактор. Мы вот на днях разговаривали с ней по телефону. Она мне вот дала ссылку на очень интересную книгу. Как она мне придет, я вам обязательно ее покажу. Возможно, может, кто-то захочет тоже такую себе приобрести. Ванечка, смотри, где мама? А Ваня где? Где Ваня? Ваня там. Тебя на экране видит. Ваня там, да? Ой, так прикольно он реагирует. Сейчас, минуточку. Так прикольно он реагирует на Коржика. И ему говоришь, где киса, где киса? Он раз сразу на пол смотрит. Да? Киса. Кто там? Ванечка? Там Ванечка. Это он себя так видит и ползет к себе. Ваня, киса где? Киса. А? Будем ползать? Где киса? Вон, смотри, коржик. Вон там коржик. Ну, ладно, полежи чуть-чуть. Мам, ты что, замучила? Я и так тут ползаю уже сколько. На, давай вот эту достанем и все. Давай. Чуть-чуть подальше. Ну-ка. Ну, давай. Ванечка спать будет? Или так и будем дураковалянием заниматься? А? Мама вот пинал уже всё. Ну, ты будешь, нет, спать. Туда-сюда. Чё ты там шепчешь? Непонятно. Вань, ты с кем там разговариваешь, Вань? Давай, баиньки, немножко, чуть-чуть. А? Ванечка.
Ну вот, тебе так скажи. Все, Маш, пи. Не хочу я спать. Че, ку-ку будем играть? А? Так дурака валянием занимается сам собой. Да? Бабуф. Вот тебе пуф. Ага. Это как в домовенке Кузи. Мультики. Чего это он? Это наш кузенька жиру бесится. Побесится и спать ляжет. Да, Ваня? Это наш Ванечка жиру бесится. Ага. Побесится и спать ляжет. Или нет? Или нет? Или не ляжет? Или не ляжет? Или что вообще ты будешь делать? На. То здесь она другого цвета, а там она белая будет. В целом все представляется. Mm-hmm. Нет, раскладки. Тут какие-то вроде салазки рабочие. Надежный тебе. В общем, только белый будет через неделю. Через неделю, короче, подвезут. Вот такой решили стол на кухню. Раздвигается до 1.70 м. Поверхность закаленное стекло. А ножка вот деревянная. Вот еще вот такой вот вариант стола. Изначально вот Олег такой хотел. Но мне там не очень нравится ножка. Для робота-пылесоса будет не очень удобно. Он вот этот вот, вот в эти пазы будет заезжать и все, и крутиться там. А здесь нет такого вот. Другая ножка. И нормалек. Детские, смотрите, какие прикольные. Вот у нас вот такая груша была, когда-то мы ее выкинули. Было очень удобно, конечно, на ней сидеть, но там немножко она у нас испортилась. И папа у нас ее выкинул. Вот это тоже прикольно, для пацанов прям детский. Это двухъярусная кровать, да? Mm-hmm. Сколько она получается? Почти 30. Ну вот ремонт у вас, если вы затеем, можно будет поменять кровать. Ну, классно смотрится. Такой современный вариант. Вот еще тоже прикольный. Морская тема такая. Ну, тут даже книжки пиратские. У нас же была такая. Зачем нам еще одна? Не помнишь? Маленький, да, ты был маленький. Где-то вот такой. У нас кот ее начал драть, у нас тогда был другой кот, Филипп. Начал ее что-то драть, эту подушку, в общем. Это у нас не такой кот. А? Это у нас не такой кот. Ты думаешь, коржик умнее, да, не будет ее трогать? Вот тоже прикольная подушка. Прям такая пацанячья. А вот, Никит, смотри, кресло какое. Стародам. Ну, тоже вот подростком комната. А, это нет, это кресло, кровать, это кровать. Раскладывается. 14 тысяч, что ты думаешь, просто кресло бы дать? Почти 15, да. Меня там видно.